сотрудники преподавателей нашего университета, а также гости нашего города. Ваши аплодисменты! Наконец наступила долгожданная весна. Уважаемые зрители, я прошу вас обратить внимание, слева от вас находится, смотрите все внимательно, вот эти замечательные ролеты. На первый взгляд это простые ролеты, но на самом деле эти ролеты позволили мне компенсировать, так сказать, отсутствие этого апрельских приколов в моем календаре. Я так много людей разводил давно, после прошлого кубка. Но у меня по традиции разводят звукорежиссеры, ставим мне, которые будут играть в весеннем кубке КВН 2013. Встречайте! Это декана Иосифа, экономический факультет. Профессору факультет ветеринарной медицины. Карантин, факультет защиты растений. Витя Господар, инженерно-технологический факультет. И команда ПУ, факультет бухгалтерского учета. В каждом конкурсе команды будут выходить именно в таком порядке, в котором они появлялись на этой сцене. Ну а я хотел бы поприветствовать также дамы и красавчики. Друзья, вы знаете, мы долго думали, с чего начать, а тут буквально вчера Гродзенский Нем выиграл Батэ 2-1. Поздравляем! Друзья, вы знаете, буквально вчера нашу команду бросила моя дика. Эта песня тебе лучше. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, сидите. Это было самое начало. Yeah. Она меня целовала. Мама. А я все время смеялся. Почему, парень? Когда у девушки усы. Щелотно. Каждый бы сломался. Друзья, для начала я вам раскрою страшную тайну. Почему проводницы в поездах всегда дают мокрое постельное белье? Раз, два, три. Следующая ситуация может происходить только с нашими студентами. Итак, во дворе. Ой, Фила, что это у тебя? Да во, малая, да лая, сказала батьку. Дай-ка. Две полоски. Это бесный примес. Ну, я не знаю, что это значит. Ну-ка, еще раз проверь. Друзья, во многих клубах есть караоке-бары. Давайте представим, если туда выходить знаменитости. Итак, Стас Михайлов в караоке-баре. Та-да-дам. Вы набрали 38 очков. Вы поете нормально. Что значит нормально? Ну-ка, давай еще раз. Друзья, такая ситуация наверняка происходила с каждым. Итак, в общественном транспорте. Допустим, в автобусе. Я твой сам дам не сон посреди миров. Удаю тебя. Я такой же, как и ты. Надо быть нельзя. Ты и я. Знаешь, что пацаны с девятовки, нежные коленки. О, пацан, ну-ка иди сюда. Команда «Клан Лимонад» представляет «Драка в стиле GTA». Друзья, и напоследок,
Парень очень переживает расставание со своей девушкой. Друзья, закончить свое выступление нам хотелось бы в буфете. Пойдем, да? Спасибо. Ваши аплодисменты! У меня просто катастрофа. Нет, а что делать? Я только что была в канале. А там сказали, что новую команду на КВ. Это шутки, миниатюры. У меня-то ничего нет. Ха, точно, даже ничего нет. А типа у тебя есть? А уже есть. Ладно, Галя, нет шуток сейчас. Настя, у меня есть идея. Ага, и не только. Короче, давай устроим кастинг в КВ. Кастинг? А давай. Почему? Зачем нам еще для тех, чтобы нашей красоты должно хватить? Согласна. Настя, парень классно танцует, давай возьмем. Отдавай. Петухи клюют зерно, а, например, на Соне петухи... Уважаемые зрители, позвольте представить команду КВН экономического факультета «Дети Кана Иосифа» нового формата. А дальше что? Садуем! Ну как скажете? И наша первая миниатюра случай в музее. Итак, уважаемые детишки, проследуем на экскурсию. Итак, первый экспонат, наш любимый, это птеродактиль северный, яйца несущие. Очень древний вид, кстати, да? Итак, следующий экспонат, это... Да, дядя! Что? А это кто? А, Сергей Николаевич, сторож, останься от него. Итак, следующий вид, это тираннозавр трехпалый. Сразу видно, что одного пальца у него не хватает. И дальше наш самый любимый вид – улитка Жмодилиус древняя. Ха-ха, подарочка, смешно. Один раз не дала ключи от туалета, уже все, улитка Жмодилиус. Все девушки готовят свое тело к лету. А давайте посмотрим на то, как это делают наши парни. Попрощался с медом, ну как?
Попрощался я с игрой. Зачем? Попрощался с мясом. Не-не-не-не-не. Попрощался я с яйцом. Ну, не. Надоело мне на диете сидеть. На баре любимая борща. Борща для меня лишь одна желанная. Колбаса моя шоколадная. И не нужна мне свекла безвкусная. Только ты моя шоколадная. Мы вас любим! Добавляйте нас, друзья! Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть парень? Нету. А у меня есть. Настя, а почему ведущий стоит? Так он просто, наверное, наказан. Следующий миниатюр в дворе. Очень хороший. У меня их мало жена, а у вас их нет. У вас родители на пособии, а у меня есть мороженое. А нет у тебя больше мороженого. Мороженого нет у тебя больше. Нету мороженого, смотри. Блин. Я его все равно съем. Все видели птичье молоко, но никто не видел птичью грудь. А теперь о наболевшем. Случай в деканате. Тук-тук-тук. Да-да, войдите. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Вызывали? Да, вызывал. А что случилось? Молодой человек. Мне кажется, что в прошлый раз мы с вами не закончили. В этом году зима затянулась. И ее не отпускает. Зимние песни. Здравствуйте еще раз. Итак, поехали. Потолок ледяной, дверь завалена. Я машину откопал бесколесно. Я еще откопал, блин, соседскую. Ну а третью откопал и лопату сломал, блин. А вторая случай на катке. Где ты, моя быстроногая, где? В проруби, в проруби, в проруби, где? А правильно. Кабы не было зимы в городах и селах, не садили огурцы, помидоры дома. Не садили огурцы, помидоры дома. Все! Разработали новые леденцы на основе эбонитовой палочки. Соси и заряжайся электричеством. А следующая миниатюра – встреча соседей. Здорово! Привет! Ты кто такой? А, это рака. А чё ты? Чё такой большой? Ха, так у тебя сосед свинья. Вот я за ним и доедаю. Ну это я знаю. Раньше я за ним доедал. Ну бывает. Слушай, а живёшь ты где? Хотелось бы ответить в рифму, но в носке. А раньше где жил? В БРСР. Но сейчас там кто-то другой живёт. Там постоянно кто-то новый. Слушай, друг, может пойдём покурим? Нет, мне уже хватит. Слышь, вот пошли порисуем. Ага, ты же мне руками скажи. Совсем дурак, это рано. Слышь, друг, что скучно? Может, девчонок позвать? Ну давай, хоть с людьми пообщаешься. Что-то они стрёмные какие-то. А, ну ты, наверное, на вахте был. А, ну да. Слушай, а что тебе вообще надо от меня, а? Мне подругу. А, ну есть у меня пару крокодилов знакомых, но тараканов
О, есть идея. У меня есть подружка с усиками. Пошли тебя познакомлю. Пошли. Погнали. Вот она! Вас приветствовала команда КВС экономического факультета Дельфин Декана Йосифа! Моя армия нацелена на войны. Моя армия нацелена на искоренение в юморе любых изъянов. Всяких там орлозорловых янов, петросянов и прочих баянов. И для достижения максимальной эффективности я добавила в свою армию новых друзей. Со мной в разведку пойдут Чак Норрис. Чак Норрис попал в мою армию, потому что он не настолько крут, чтобы избежать призыва в мою армию. Ксюша Собчак! Когда ты собрала бабика в шоколаде, нам в Казани не нужны кожаные. Ксюша здесь только потому, что она вышла замуж за Чака Норриса. И тот взял ее фамилию. Теперь его называют Чак Собчак. Пополнил доблестные ряды моей армии также электрик Валера. Не взять Валеру я не могла. Потому что у электрика есть ангел. Ангел предохранитель. Ваш Гарладян, горячий кавказский парень, пустился с высоких-высоких гор Грузии. О, команда Бахтима, давай Лёха, а? Ногу там надо, а? Надо ногу. Не надо ногу. Не надо ногу. Гор готовый. У меня в гараже так умало, знаешь, я арбузки закачаешься. Губками так будешь делать, ну так будешь делать губками. Не надо, арбузик, не надо, ну не надо, как надо. А этот товарищ умрет первый. А поведет нас в разведку Жанна Д'Арк. Наш капитан настолько суровая, что после бурной вечеринки, прорвав оборону общежития, провела 100 пьяных студентов через вахту. А пока вы добавляете нас, молодые сексуальные друзья, мы начнем. Поехали! Го-го-го! А сейчас вы убедитесь, что социальные сети – это не самый лучший способ для знакомств. Случай на одном из анонимных сайтов. Привет, красотка. Может, познакомимся? Привет. Давай. Расскажи немного о себе. Хорошо. Меня зовут Настя. Мне 20 лет. Я голубоглазая блондинка. А ты? А я Саш, 22-летний высокий блондин. Занимаюсь 6 лет тяжелой атлетикой. Люблю себя и свое тело. Может, увидимся, красотка? Саш, давай 9 возле танка. Окей. 9 часов возле танка. За жестокое убийство своей жены. Для мушки. Полтергейст в деревне. Наталья Петровна ложится спать с мужем, а просыпается с петухами. Случай на дне рождения. Кто здесь Вова Смирнов? Кто?
Вова, як вам? Ну, а мы молодые, сексуальные, поэтому продолжим. Еще как продолжим! Пошла вон отсюда, у меня важный телефонный звонок. Что, не видно? Трубка в руке, тишина в зале. Алло, это милиция? Один фиг, я балуюсь! А сейчас представьте, ночь перед экзаменом. Так, короче, давай гони телефончик, цепуру, мобилу. Велосипед! Велосипед ему, понял? Молодой люди, ничего нету. Помогите кто-нибудь. Машенька? Сергей Петрович, у нас ведь завтра экзамен, правда, вы помните? Да, как договаривались, по расписанию, в 9. Жду вас, готовьтесь. Чё, прокатило, нет? Ребят, ничего не прокатило, погнали, у нас очки химия и физика остались. Учительница русского языка провела сочинение детей на тему, как я провел летние каникулы, поставила не 7, 8 и 9, а 14+, 16+, 18+. Лучший в магазине. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, речки мясной, китятинки, икры красной и бутылку Хеннесси. А, нет, стоп, еще салфетку. А салфеточки вам зачем, простите? Ну, слюнки-то у вас текут. А что, правда, видно? Песня. Подошла к финалу приветствия века. Сразу видно, ребята, что смешная она. Мы выступали так, что все заметили нас. Ага, и мы скажем смело, что смешили вас. Вот же мало, давай, давай. Мой, мне эти ваши фазеровские шуточки. Да что вы думаете, что вы такие классные? Ну да! Да что вы меня смешите, как уж одной экспедиционист? Вы нас считаете странными, а настало время познакомиться с нашей командой. Саню уважают и боятся на районе. Он придет на патруль, накачанный бицепс. Наверное, наш Саша сотрудник милиции. На дверях знает толк в лекарствах. Владимира без лекарств оставлен опасно. На кармане вас байер сидента. Значит, наш Владимир врач растений. Наталья забросила учебу. Кольца ночной работы недалеко от дома. Ночь через ночь рабочий график Наташи. Выходим наша Наташа, скоростная нефтебазе. Ярослав и Доминик. Деловые люди, как по универмагчагам, что-то будет, где-то берут курсачи, чтобы продать их. И я Ярослав и Доминик, предприниматели! Надеюсь, после знакомства с этой нашей
Вчера гродненские наркоманы брали ларек Колобков. Потому что на колесах. Очень толстая девушка не любит есть перед зеркалом. Она не переносит, как грязная перчатка. Итак, посмотрим миниатюру на примере у Лора. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хотел бы вас провериться. Да, да, конечно, давайте. 48. 48. 56. 56. 11. 11. 1. 1. Запомнил? Запомнил. Позвони мне. Позвонить? Директор колхоза купил себе компьютер. И даже веселой ферме запорол все хозяйство. Когда Николай Валуев заходит в страховую компанию, сначала страхуется страховая компания, а потом страхует Николай Валуев. Бомж попал в средневековье. Да здесь все так живут! Мальчику, которому снится велосипед, за ночь обычно 5-7 раз перезаправляют под одеяльник. Полотенцем тракториста можно вытереть не только руки, но и нанести себе автозагар. Миниатюра. Лорд в общежитии. Итак, следующий лот средств против тараканов. Начальная ставка 20 тысяч. 40 тысяч. 40 тысяч. 40 тысяч раз. 40 тысяч два. 40 тысяч три. Продано. Забирайте. Ваши аплодисменты, это был Карантин. Победители сочинского фестиваля «Параныч» — команда «ВИП Техосмотра». Погнали! Ребята, игра у нас сегодня ответственная, так что шуточки шутить мы с вами не будем. В буквальном смысле этого слова. Так что, Игорь, распределим обязанности. Ира, будешь отвечать за то, чтобы жюри улыбалась и ставила нам только хорошие оценки? Готовься! Ира, этим уже не удивишь. А ну и что? Ты готовишь борщ, ты стираешь носки. Погнали! Ксюша, а у нас случай в грузинской парикмахерской. Здравствуй, дорогая. А, привет, молчи, я все знаю сама. Все. Значит, тут подстрижем, тут выберем посох, тут звезды, тут нарастим рыжим, нарастим. Вах-вах, дорогая! Мне только грудь прополировать. Ой, ребята, извините, на миниатюру опоздал. Давай! Все знают знаменитых крутистов. Вот что может случиться, если я ею сильно увлечься. А у меня идея. Можно скорую вызовем? А стоим же здесь. О, ребята, да вам не скорая, вам МЧС надо. Да здесь я уже, уходи скорей. Представим ситуацию, студент чуть-чуть опаздывает на лекцию. Мне нужна шуба. Какая шуба? У меня посол течет. Мне нужна новая шуба. Ну еще масло бы не знаю. Купи мне шубу. Продоксала купила. Ты кто такая? Я мой. Мне
мне нужна новая шуба. А вы знаете, что плесень размножается спорами, поэтому не сварьтесь с плесенью. Мерседес, 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 супал куэр, и Машенька то три раза кувыркнулась. Отчего, отчего проскочил красный свет? От того, что я шоферу улыбнулась. Сегодня мы обещали не шутить про секс и алкоголь, поэтому про вас, Дмитрий Андреевич, ни слова. А у нас у меня всего два раза. Скачут! 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 Что у тебя скачет? Гормоны скачут! Пипец просто! А сейчас посмотрим на людей, которые сначала делают, а потом говорят. Да я тебе сейчас ноги в грудак ударю! Давай бей, че ты! Не пришел, а просто никто не приходил, а ты пришел. Ой, подожди, романтика. А хочешь, я угадаю, как тебя зовут? Молчи, молчи. Ты чумак, это из Херсона. Ой, мы с тобой уже давно знакомы, и я думаю, уже настало... Да, чура! Доча, вот пакет с магазина принесла, разбери, пожалуйста. Мальчишки! А у нас случай в семье человека, который объявляет бои на ринге. Доброе утро, жена! Что на сегодня на завтрак? А сегодня у нас на завтрак. Прямо со сковородки весом 120 грамм. Из докторской колбасы и 5 сосисок. Из 6 желтков и 47 яиц. Яичница! Яичница! Выступление нашей команды как род у коровы. Кто не принимал, тот будет иглем. Ой, Ир, привет, это мама. Привет, Цыка. Слушай, что ты там прячешь? Нормально все у меня, иди. Да я, что ты что-то прячешь, показывай. Чек, Сюш, с магазина, видишь чек. Нормально все, да? Можешь идти? Чек, да не тот. Выносите! Ну вот мы и встретились. Я долго это ждала. Как видишь, подготовилась. Значит, ты говоришь, что наша команда тебе не нравится. Девчонки, значит, у нас такие неяркие. Ну и вообще, романчика так себе несерьезная, да, у нас? Мальчик, бери игру, да? Жалкая бездарность! Будем считать, что эти слова пролетели мимо моих ушей. Ну так что, ты будешь улыбаться? Нет, я не буду это делать. Нет, ты будешь это делать. Ира, успокойся. Ира, зачем ты так, Дмитрию Андреевичу? Успокойся, он же... Телеведущий, журналист, радиоведущий, диджей и вообще очень красивый парень, как и все жюри, которые сидят в этом зале. Я думаю, они забудут этот инцидент и добавят нас в друзья. Посмотрим, выходим на улицу. В нашем городе паника,
Люди в машинах волнуются, гонят на красный свет. Нервные бьются в истерике, тихо ревут динамики. За наши реплики борются полосы желтых газет. Желтых газет. А ты напад! Напад на все, друзья! И улыбайся! Ведь наши шутки просто класс! Не сомневайся! Все не я, я хвалю, а кого не могу! И все досмотры, ваши аплодисменты! Вы также добавляйте их в друзья, потому что такие веселые ребята только нами нужны. А следующими на эту сцену выйдут биотехнологический факультет. Команда называется «Без вариантов». Мы поняли, для того, чтобы нас запомнили и полюбили, мы должны стать модными и ультрасовременными. Встречайте, на сцене команда биотехнологического факультета «Без вариантов». Так, что это было? Блин, что эти брови домиком ставятся? Это самый современный танец. Я вас умоляю, такие танцы танцуют неопытные электрики, когда выходит пьяный на работу. Между прочим, это дабстеп. Это дабстеп? Дабстеп. Одну секундочку. Алло, дядя Йося, здравствуйте. У меня для вас шикарнейшая новость. Оказывается, в прошлом месяце это у вас не инсульт был. Это вы такие дабстеп танцевали. Так быстро все ушли. Вчера похороны испортили. Хотите сегодня выступление запороть? О боже, из кого они только берут этот пример? Хватит того, что студенты ИТФ на производстве при вопросе, чему их научили в универе за 5 лет, начинают петь и танцевать. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. А мы начинаем! Новости! Вчера на кольце столкнулись джип Nissan и старенькая копейка. Пострадавших нет, есть только униженная. Близорукий мальчик, забывший дома очки, посетил выставку самых опасных яхт мира. Какая нелепая смерть! Уникальный случай в медицине. Дмитрий очень долго не обращался к врачу, хотя его очень сильно беспокоила обильная растительность на его теле. Особенно его волновали люцик луговой и одуванчик обыкновенный. Футболисты сборной Беларуси показывают матчи, показывают голы, не вошедшие матч. Мальчик, которого на пасеке кусила коза, абсолютно перестал верить в логику. Джигурда на дискотеке! Ты сегодня будешь моей. Отпусти меня, идиот ненормальный! Нормальный! А мы продолжаем. Новости университета. На прошлой неделе прошли соревнования между университетами по гребле. И благодаря аграрному медунивер отгреб еще до начала соревнований. При просмотре рекламы питьевой воды «Бульбаш» у студентов аграрного университета не вызывает особенностей. После пары белорусского языка студент скупил все рации в вагоне.
зачета так и не получил. В общежитии девушки, которые не едят после 6, быстрее опьянеют к 9. В нашем университете принято так. Если земли не наелся, не агроном. Если корову хвосты не покрутил, не зоотехник. О других новостях смотрите в следующих выпусках. Реклама! Алло? Декан факультета починит проверкой! Ребята, убираемся быстренько, быстренько! Мистер Пропер никакой, сам нагадил, сам помой, мистер Пропер. Ну вот, можете же, когда захотите. Может, хоть кто-то вас давает в друзья. А то все дабстеп, дабстеп, все надо держать в своих руках. Но спонсором нашей команды является декан добрый. Ребята, выступите, мы вам все простим. Это была команда биотехнологического варианта. Видеоболельщики бухгалтерского учета. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами команда КВН «Бубух». Тема сегодняшнего приветствия «Добавьте нас, друзья». И мы своими шутками-миниатюрами постараемся доказать, что мы этого стоим. По статистике юристы ставят за их детей в угол на 2 часа, условно. А мы перенесемся в семью не менее умных людей. Итак, случай семьи философов. Привет, супруга. Здравствуй, дорогой. А что у нас нужно? Не горячее, не холодное, не мягкое, не твердое, не сладкое, не соленое. Ясно. Опять не поедим. Ну, пошли тогда в спальню. А что мы там будем делать? Не прыгать, не бегать, не читать, не писать, не лежать, не стоять. Вот так проходит соревнование Формула-1. А мы вам покажем, как бы ни проходили, Бодя Гробок. Ребята, это пит-стоп? Нет, это коп-стоп. Для любых гонок нужны водители. Давайте посмотрим, как их готовят в автошколе Аграрного университета. Лавач? Да. Правила выучил? Наверное. Ну что, поехали? Поехали. Но, сивая! Я боялся гулять по ночному городу. Но теперь у меня есть новый колгейт с ураном. И мои зубы в безопасности. А у нас случай в ночном городе. О, стояночка! А позвонить можно? Звони. Все парни мечтают об умной, нежной и красивой девушке. Но я мечтаю о сильной, чтобы носила меня на руках,
холила, лелеяла и защищала. Следующая миниатюра именно от такой девушки. Здравствуй, Катя! Опа, раскрылся! Ничто не может сравниться с тем, как девушки пытаются вызвать ревность у своих бывших парней. Давайте посмотрим, как это происходит на нашем факультете. Вообще-то бывший — это он. Выпускники нашего университета скрестили барана и рака. Получившаяся зверушка особым умом не отличается, но настойчиво бьет попой по любым воротам. А у нас миниатюра про наших выпускниц после распределения. Лиза, а пойдем в кино? Нет, пошли в театр. Ну, Лиза, ну я же хочу в кино. Ну нет, пойдем в аквапарк. Лиза, я хочу в кино. Нет, пойдем в клуб. Ой, Лиза, да кого мы обманываем? Пойдем в Гравду Ниц. Кому как не мне знать, что девушка на нашем факультете за первый семестр может сменить до 15 парней. А у нас миниатюра о настоящей женской дружбе. Итак, представьте, две подруги в 3 часа ночи. Алло. Алло, Таня, меня парень бросил. Ой, да не переживай ты, все будет хорошо, он вернется. Да не вернется он, я же ему нахамила, нагрубила. Он у тебя добрый, понятливый, все поймет, все простит. Тань, да не будет ничего хорошо, я же ему в машине колеса проколола. Да ты не переживай, он вернется, обязательно вернется. Не вернусь, за колеса ответишь. Говорят, что все девушки за рулем, как мартышки с гранатой. Это вы еще меня не видели с гранатой. А мы вернемся в автошколу аграрного. Что тут делаете? А я зерно сливаю. Немалая часть годницев занимается приграничным бизнесом. Да так, что постепенно вся жизнь для них становится одной сплошной границей. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Ну я же последний раз 8 дней назад был. У меня все по норме, но у меня всего одна единица, одного наименования. Но у меня всего 2 почушки и бутылька. Молодой человек, вы задрали уже? Платить будете? После 2 тарелок горохового супа девочка Алиса поняла, что сохранить тишину в библиотеке не так уж и легко. Шлёпни меня. А, шлёпни меня ещё раз. Это всё, на что ты способен? Факультета бухгалтерского учета. И помните, что мы... От создателей песни «Лето, плавки, рок-н-ролл», микстейп «Компьютерная мышка».
Лежишь в тишине, у меня стален. Тут и днем, и даже ночью тобой пользовались все. На эскивы твои с изумлением смотрю, и рукой пусть и холодная, я к тебе хочу. Но не стоит коснуться, ты скользишь по ковру, выполняешь все то, чего я так хочу. Ты послушна ведома, но не сможешь уйти на мое пистолет. Он идет, да я не хочу. Я для тебя эту песню пою. Для тебя это я куплю. Только лук, а что вы? Мы с тобой рок-н-ролл. С помощью ее всего с пару кликов, из множества имен и самых ярких ников, друзья, добавить я могу вообще любого, будь это Брэд Питт, Галыкин, какой-то Вова. Ей известны все мои, твои секреты, знаю на вопросы разные ответы. Мышку, мышоночку, мышульку я люблю, и всем своим друзьям такую подарю. Давай, поехали. Мышка мозги и мышка для пластинки, и мышка тот женщина и торт мужчинки. Мышка ягодицы и мышка братья, и мышку гранату уже никто не лез. Мышка ягодицы и мышку кто? А так мор мышек для ребятишек, мышку для зимы кто? И пудреницу мышку, мышку пирожок и вот такую мышку. Кто? Можем начинать. Братная связь связала их с годами, и дружба их с годами все сильней. Братками они были и остались, и мы сейчас поведаем о ней. Чего вы привели Старшова, а? Мы привели Старшова. А вы привели Старшова? Да, мы привели Старшова. Ну так что, пусть можно не побазарят, а? Пусть побазарят. Штакет, давай. Ха, Штакет, здорово. Чё, не узнал меня? Родной, ты что ли, а? Нет, блин, твою, ты, конечно, родной. Здорово! Здорово. Слушай, братан, я ж тебя с того дня не видел, как тебе голову отстрелили. Как ты там, кстати, а? Да нормально все, ничего жизненно важного, не задели. Слушай, чё вы как лохи стоите? Братва, организуй нам стулья, а? Ха, так лучше. Родной, а помнишь, с чего все начиналось, а? Да, помню. О, Курского вокзала. Стопэ. Вот с чего все начиналось, родной. Да, что-то я припоминаю, ну у меня бывает. Кстати, родной, а помнишь, как нам на каждой стреле рендюлей давали? Ага, нас еще родители на самбо записали, да-да. Кстати, братан, а как сам-то, а? Да как в сказке. В смысле, как в сказке? И золотая цепь на дубе дома. Братан, а больше как мы с тобой в обезьянник загремели. Ага, на нас еще дело завели потом. Стопой. Что опять? Ты точно ничего жизненно важного не задели, а? Да не, говорю, хорошо все. Вот как это было. Начальник, понимаешь? Знайтесь, начальник, понимаешь? Тогда еще и дело завели. Да потом его закрыли. Слышь, Штакет, а ты как сам вообще, женат? Ну, женат. А ты, кстати, как? Да, тоже женат. Только ругаю страшно. Вчера, представляешь, приезжаю домой на новом джипе. Она мне сразу порука. Стирать не буду, готовить не буду, убирать не буду. Ну, а я, ну, а что я?
Собрался, ушел, три дня меня не видела, на третий пришел домработница. Ага, так у меня та же самая история. Да тоже поругался с женой, говорит, стирать не буду, готовить не буду, убираться не буду. Два дня меня не видела, на третий день правый глаз открылся, синяки спали. Да. Кстати, знаешь, вообще. А помнишь, как мы с тобой с телочкой мутили, а? О да, такое не забывается. Эх, а я бы уже забыл, конечно. Слышишь, Такет, я вот все хочу спросить, а как там Чух? О, я ж тоже хочу спросить, а почему у него кликуха Чух? Ха, так это ж просто. Раньше, как только какая-нибудь такая стрела, он сразу билет на поезд и чу-чух-чу-чух, чу-чух-чу-чух. А? Кстати, а поезд у меня тачка поломалась. Ага, помню. Помог тебе еще? Как братюне не помочь? Ну. Кстати, родной, тут подумал, да? Давай всех наших соберем. А, ну давай, позвони всем, соберутся. Ну, пошли позвоним. Пошли звонить. Буду, не вопрос. Собрали вроде всех? Ну, вроде все здесь. Ну, тогда давай споем. Давай, забивай, родной. Вот и кончилась игра. Попрощаться нам пора. Несмотря на блеск в глаза, в этот вечер, в этот час были рады видеть вас. Не забудутся никем ваши улыбки и ваш смех. И останется навек в наших молодых сердцах эта искра травы. Ура! Степи разрозарит нас эта пивная игра. Счастье оголются сердца, жаль, расстаться нам пора. С вами. Я так понимаю, танцовки для меня устроили, да?
А это что за контужень? Лаура, зачем обижаешь? Я самый горячий, безумно горячий, как свежий лаваш из печа. Он действительно горячий. Что ж, а начинаем. Случай на райончике. Приз, детка, где ж ты там, детка? Прикинь, где ты там, детка? Я вчера файл из интернета скачала, он мне казался ненужным. Ил! А как его обратно закачать в интернет, не знаю, что ж я наделала. Дура! Из-за таких, как ты, скоро вообще файл в интернете не останется! Ты любишь свою личку, а я люблю личку. В музее аграрного университета появился новый экспонат. Билет мамонта, на создание которого ушло более 30 человек. А теперь случай в темном райончике. Дорогая, посмотри на это небо, эти звезды, луна и ты. Ты самое главное в моей жизни, я так люблю тебя. Воу-воу-воу-воу, шеф, пластишку поменял пластишку. О, молодца. Эй, пацанчик. Подожди, дорогая, сейчас я разберусь. Проблемы? Мобилку гони! Быстро! Ребят, все в пиджаке! Иди сюда, иди сюда, дома! Маленький мальчик в Бруклинском зоопарке пролез в клетку со львом и протянул печеньку. Ну что тут сказать? Мальчик хотел покормить льва, мальчик покормил льва! Умничка! Представьте себе, свадьба! И настал тот момент, когда невеста бросает свой букет. Всем стоять, всем стоять, всем стоять. Мальчик, это очень красиво с букетик зайка. Разойдитесь, дамы, разойдитесь. Спонсор нашего выступления косметика из Армении. Маленький Фи. Маленький Фи, это твоя первая пенка для бритья. Провак. Теперь представьте, 2045 год, случай в роддоме. Доктор, я хочу назвать ее Роксана. Извините, но это имя уже занято. Но вы можете воспользоваться Роксана 4343, либо Роксана няшная печенюшенька. Но для вас может быть включительный вариант. Роксана рон-дом-дом. А еще один спонсор нашего выступления – грузинские конфеты. Феррера Раши. Феррера Раши, теперь вы лаваще. Моющего средства. Новый туалет для утенок пассив. Еще лучше справляться с бактериями, но ему впадло. Умничка. А теперь песня. Вечная игра, и теперь по мозгам. Очень долго ждали.
Чтоб рассмешить, чтоб прорваться к нам, прямо старались и играли. Каждый жест, каждый знак, каждый цифра принимали мы всей душой. Ветеринарной медицины. Рекламное агентство. Так, стоп, все снято. Алло, да, здравствуйте. Видеоролик рекламного агентства был снят. Приезжайте забирать. Алло, да, добрый день. А, реклама про пиццу? Хорошо, хорошо. Зам! Здесь? Что с пиццей у нас? Заказали. Что? Реклама мне нужна, реклама! Сейчас все будет. Вот, мастер сумки. Ну, давай. Здравствуйте. Привет. Голубой фургон бежит, качается. Он разводит пиццу каждый день. Все парням в один улыбается, потому что он немножко гей. Стой! А это еще и филфак называется. Давай следующую. Не ешьте пиццу с добавками, будете ходить с бородавками. Нам нужна реклама. Как-то раз я съела пиццу, помню, был огурец. Резко стало мне тут плохо, туалет убыл. Стоп, 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 все, уволено! Вот елки-палки, а про мебель-то я забыл. Это! Здесь? Что у нас мебель? Сейчас все будет. Вот, мастер в своем деле. Добрый день. Здрасте. Давай! Ну, у меня есть пару шуток, но... Приходите к нам всегда, мы посадим навсегда. Ты что? Да у меня сын 10-летний в детском саду лучше сочиняет. Давай следующую. У меня есть про акции. Ну давай про акции. Покупай ты крестница мешок, получишь пирожок. Клёво. Да? Нет. Следующую. О, кресло, крестница моё, любимое родное, сидела бы на тебе всегда. Собака дорогой. Стой! Как можно с такими людьми работать? Уволен! Все, пошел! Да, больница. Зам! Здесь? Ну, мне вчера звонили, нас пригласили на юбилей в больницу. Есть что-нибудь? Конечно, есть. Ну вот, певица. Ой, здрасте. Здравствуйте. Давай! Нажми на кнопку и получишь результат. Твоя кардиограмма прояснится. Ну вот, нажал, так чего же ты не рад? Ага, так тебе уже нечего стремиться. Стоп, можно хоть раз начать с нормальной песни? Да-да, конечно, можно. Так что хотела прямо залететь. Стоп, стоп, стоп! Хорошо, ну и при чем тут медицина? Дай ему песню, глюкоза поет! Ладно, хорошо, а дальше? Не волнуйтесь, тетя, дядя, вот на крыльце. Что? Пошла вон отсюда, не надо мне таких песен. За! Есть? Вот тут у меня в блокноте записано Елена. Что за Елена? Я не понимаю. Ты помнишь? Ну да, помню. И что это? А, так ты ж сам сочинил. Сейчас. Ну давай. Носки Елена натянули так хрена. Что? Я не могу с такими людьми работать. Позови мне Екатерину. Катенька.
Екатерина — единственный человек, который удовлетворяет меня в этом агентстве. Спасибо. Что еще по Елене? Там еще акция какая-то была. Акция, ну да. Акция производителя. Купите пару носков и получите сланцы в подарок. Стоп! Все! Пошел вон отсюда. Я больше не могу, не закрываюсь. Одноклассниками я к тебе прорвусь, манами, асьями, ловами, сказаны. Спасибо, Карл. Можем начинать. А мы провели опрос жителей нашего города, как они относятся к интернету. Внимание на экран. Сказать, как вы относитесь к интернету. Чего? Что для вас значит интернет? Да ничего для меня не значит. Мне значит, что получить информацию. Значение в современном мире было закрытая информация, я не могу говорить больше. Может, вы что-то хотите сказать Павлу Дурову? Дуров, привет. Помнишь меня? Это Тима Мазонка, которую ты все время удалял ВКонтакте 4 года подряд админом групп. Но я эти группы создавал для тебя, дорогой мой милый и любимый дурачок. Скажите, а как вы боретесь с вирусами на компьютере? Я борюсь, вижу и чувствую. Если скажу, что я понюхаю, это нет, это не происходит. Это нет. Алло, вы не отвлекайтесь, я правильно говорю? А что вы делали сегодня целый день? Сегодня? Нет, индейец, я балдю, бамба. Кнопки на вашем модеме. Знаю. Красный — это значит красивый. Синий — это я не знаю, белый знаю. А почему у вас только много подписчиков? И я им не завидую. Но то, что они пережили, мне кажется, это неплохо. У них нашла неплохая чистка. Здравствуйте, как вы подписаны ВКонтакте? Ибрагим, вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. У нас Акбар. Сколько времени вы обычно скачиваете фильм? Я выхожу на улицу 3 раза. Завтрак, обед, я ужин. Все остальное время я качался. А мы спросили у туристов нашего города, как они относятся к интернету. Много вызваны. Поняли парку, но где наш? Вот о нашей зайке плавают, это до нашей книжки. Елюшки, модная моя папушка. Это помогает себе. Как вы уже заметили, интернет захватил весь мир. И наша команда не исключение. Добрый четверг, друзья. И мы снова в нашем клубе анонимов. Ну что же, у меня для вас сюрприз, это новенькая, прошу вас. Садитесь. Не авторизированно пользоваться. Видите пароль! Срочно 2 кубика и микрозола, чего-нибудь быстрее! Кошмар. Ольга, давайте начните уже. Достали меня. Здравствуйте, меня зовут Олик. Привет, Олик! Я Олик, и я контаголик. Привет, Валик, успокойтесь! Ольга, продолжайте свою историю, пожалуйста, не стесняйтесь. Я, короче, сидела сначала в интернете одна. Потом сидела бабка, за бабкой, внучка, за жучка, еще соседка пришла. А потом ты не брилась, не мылась, гниете в этом интернете, просто я не могу. Успокойтесь! Сергей Николаевич, а теперь расскажите вы свою историю. Что же с вами сделал интернет? Ну что ж вы стесняетесь, Сергей, с такими же проблемами тут сидят. А пока Сергей Николаевич собирается с мыслями, перейдем к другой истории. Виктория, прошу. Здравствуйте, я Виктория, и я твиттераска. Ну, в общем, мы однажды с друзьями пошли в клуб, они мне предложили попробовать, а я такая, нет, ну чё-то мне, когда уже давно, да. Ну, в общем, попробовала, мне не понравилось, мне даже стошнило. А потом, как обычно, ты не брилась, не мылась, гниёте в этом интернете, успокойся, сказала.
знает, что это с ней? ХЗ. Что это с ней? Давай-ка. Алло. Что? Что вы сказали? Так, ребятушки мои, у меня там Ситроенчик мой заблокировали. Пойду, а то еще удалят с дороги, все аудиозаписи, все пропадет. Так, успокоились! Отойти невозможно просто. Как видите, никто из нашей команды не может похвастаться справкой от психиатра. И чтобы хоть как-то упорядочить этот хаос, мы обратились к специалисту. И вчера до игры установили обратную связь с Дмитрием Андреевичем Чеком. Ой, какие кресла. Веселые. Веселые, да? Звоним, звоним. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Вы не ожидали, что вы ответили. Снизошла звезда. А скажите, а вы завтра придете? Скажите, пожалуйста, завтра придете к нам на КВН? Буду сидеть в жюри в короне. А, в короне такое. Узнаем, знаем. А, знаете, мы тут хотим девочку взять в команду. Может, посмотрите? Ну, могла бы быть. А знаете что? А можно мы игру, знаете, как начнем? Короче, выезжают два трактора такие, а мы в ковши. А Игорька, короче, так вот на кране спускать вниз, а? А в наших колхозах технии не хватает. Ну, тогда как обычно, станцуем. Ну, ладно, тогда танцуйте. А что вы можете вообще сказать про нашу команду? Очень много женщин. А, извините, может вас чем-нибудь угостить все-таки, а? Спиртом, что ли, нет? А вот спирт, девушка. А можно я буду тогда ей? У тебя от туши еще не отросло, Митрович. Страшно. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь талисман? Штучка с пимпочкой. Правда, что в вашем огороде много мнений? Некоторые люди кидают камни в мой огород за то, что у меня постоянно прически всякие, что я вот гелем пользуюсь, лаком. Скажите, а что вам придает уверенности? Штучка с пимпочкой. А что вы ожидаете? Что же вы ожидаете от завтрашней игры? Я хотел бы, конечно, увидеть больше крови. Собственно говоря, рано или поздно это было должно случиться, поэтому все. Ну, вот вы как телеведущий, шоумен, можете нам подсказать какую-нибудь скороговорку? Ну так, для разминочки. Сейчас из купальников, в купальников. Скажите, пожалуйста, вы такой клубный человек, куда можно после концерта пойти отдохнуть? Знаете, вот, друзья, а в Пучах проводятся вечеринки там тем, кому за 50-60. Дайте, я хочу спросить. Я хочу спросить. Подожди, я спрошу. Скажите, а у нас вообще есть какой-то шанс, ну, выиграть там всех, ну, всех-всех? Есть шансы. Никита, ну, он не блядь всегда, Ира. Ладно, ребята, я думаю, все равно все будет хорошо. Долго думали, кто мы. Сейчас самый неприятный ответ. Мы команда КВН, просто игроки. И вечно в поиске себя. Мы друг друга нашли. Нашу универа видел. Да ладно, у нашего универа есть сайт.
А ты думал? Конечно! И что же ты там увидел? Студентов набирают на практику в Польшу, прикинь. Дочка, ты реально думал, что ты туда попадешь? Конечно. Да ты себя вообще видел? Не, ну а чё? Да поляки как только тебя увидят, ты уже со смеху помрут. Ты спички с первого раза в магазине купить не можешь, продавщик долго отходит. Блин, ну ладно. И вот несколько самых смелых ребят нашего факультета решили испытать судьбу. Во-первых, ребята, на практику поедут только самые умные и начитанные люди. Знающая, как выглядит корова. И сколько у нее сосков. Ответные и пунктуальные. У студентов не должно быть никаких проблем с законом. Итак, вас трое. Осталось обучиться польскому и в добрый путь. Урок польского. Ехал за техник на СРК 12F. Раздавал сочный зеленый кармак РС. Кому кучу, кому... А в Польшу еду я. День добрый. А то упрошу. Что за проса? На чем? Переведите польские слова. Яйка с подзевайка. Скорую, 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 что с тобой? А, так все понятно, это курица-лизнушка. Какая курица, киндер-сюрприз? Ком завес. Шедан, два. Пани, зараз вы. Каморка. Каморка? Лепка. Ой, это брюнетка. Ты брюнетка, но цвет не главное. Здесь главное. Тут. Граница. Здоровшество. А почему у тебя столько вещей мало? Это только косметичка. А что у тебя в коробочке? Да, а что у тебя в коробке? В коробке? А? В коробке у меня самые замечательные вещи. Вот смотрите, например. Вот я вам сейчас. Мы же едем в Польшу, да? Вот это новые джинсы у меня. Вот. Это на кожах. Ну, а это-то у меня все, тут еще остальное, вот все, вот это вот. Это у меня на ноутбук, iPhone 5, телефон с MP3-камерой. А я что-то не додумался совсем. Блин, вот я лошара. Да ладно, прям таки. А вообще, а что у тебя, сука, а? Давай посмотрим. Чего это? Что это? Давай бочку посмотрим. Перекинь, соляра! Слышишь? Не нужно лес. Так мало ли, что соляра, так она еще краденая. А почему краденая? А потому что крашеная. Да. Да, я таким добром нас можно никуда не пропустить. Блин, и что мы декану скажем? А мы не скажем, мы споем. Иногда не меняется, так хороши мы, он для нас всё не знает.
вариантов. Спасибо. Ну что ж, давайте дальше. Последняя команда, последнее домашнее задание. Обратная связь от факультета бухгалтерского учета «Бубух». Дорогие друзья, с вами снова команда КВН «Бубух», и как видите, мы не отчаиваемся и продолжаем вас радовать шутками и юмором. Тема домашнего задания – обратная связь. Как известно, на планете у каждого действия, явления и желания есть связь, в том числе и обратная. Давайте посмотрим самый банальный случай в семье. Мать дает поставлять своей дочери. Дочь, ты у меня уже такая взрослая, и скоро тебе надо будет искать спутника в жизни. Знаешь, мне бы хотелось, чтобы это был сильный, умный, заботливый, перспективный, пробивной молодой человек. Конечно, мам. Вот только открой мне секрет. Почему ты всю жизнь имела успех у мужчин, и никто из них не мог устоять у твоих ног? Дочь, все просто. Клофелин. Провожая девушку до дома, парни даже не подозревают, кого могут встретить у подъезда своей пассии. Стоять! Чё твоя тёлка? Да, моя девушка. Чё там мутится? Влюблены, обнимашки, поцелуйчики, конфетки? Да, стесняемся. Ну а чё, с батей знаком, вообще десантник, а ты на всю голову? Нет, еще не приходилось. Очень приятно, Игорь Петрович. Каждый парень хочет показать себя истинным джентльменом, но не всегда это получается. Вот как это выглядит со стороны. Девушка, вам холодно? Да, мне очень холодно. Так может это... Одеваться теплее надо! Никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом. Именно поэтому следующая миниатюра о представителях самой древней профессии. Итак, случай на дороге. Сержант Иванов, ваши документы. Лейбы, тренды прочно вошли в нашу жизнь. Все гонятся за модой. Итак, посмотрим, как это выглядит со стороны. Лиза, смотри, какие телефоны. О, смотри, iPhone 4. Лиза, 4 уже не в моде, сейчас 5 в тренде. Девушки, это витрина с корпусами. Ой. А мы давайте вернемся к нашей матери и дочери, которые наконец-то постигнут последствия советов. Мамочка, я нашла парня, как говорю. Он состоятельный, умный, успешный, внимательный, а какой он красивый. Господи, душка, как же на тебе рода? Знакомь же меня с Алисием. Мам, знакомься, это Серёжа. Можно? Просто чух. Дочь, но у вас же такая разница в возрасте. Да ладно, мам, старый конь, остынет потом. Но может гораздо старше тебя. Мам, да у тебя гораздо старше. Любовь к ним присутствует воровство на разных уровнях. Объясняет то, что страдают одни и те же. Итак, посмотрим. Первый уровень воровства. А вот как выглядит второй уровень. Здравствуйте, уважаемые родители, прошу дать по 20 тысяч рублей на нужды школы. И, наконец, третий уровень. Здравствуйте, я на фор-группу собираю по 30 тысяч рублей на
связь. Это связь между ночью 31 декабря и утром 1 января. Давайте посмотрим. Стас! А, вот ты! Сошняк? Да. Я знаю, что делать. Что? Пацаны, ну имейте совесть. 1 января. Многие девушки хотят настоящей романтики, но сами даже не понимают, что могут жестоко ошибаться в своих желаниях. Итак, посмотрим, как это выглядит со стороны. Лиза, смотри, какие звезды. Лиза, смотри, сверчок. Лиза, смотри, рыбашка. Ты достал, ты можешь быть мужиком. Мне нужен нормальный парень. Че плачешь, как баба? Мужчина хочет всегда показать брутальность. Давайте посмотрим, как они связывают на фоне, когда связи совсем нет. Мы окружаем новые модели? Сам, да, если жену слю. Студенты не любят работать, а любят отдыхать. Итак, посмотрим, как они это совмещают вместе. Здравствуйте. Я хотел бы хорошо провести время и написать курсовую работу. Но у меня есть всего лишь 2 минуты времени. Помогите, пожалуйста. Конечно, я помогу. Ты нежно открываешь Word, выбираешь 14-й шрифт New Times Roman и печатаешь. Министерство сельского хозяйства! Команда, набравшая за все конкурсы 76 баллов, команда без вариантов.
Все награждается команда, набравшая 85 баллов. Факультета защиты растений, карантин. И команда награждается за участие, также набравшая 86 баллов, в разведку. Дипломом за третье место награждается команда, набравшая 96 баллов. Команда «Дети декана Иосифа». Получает диплом. И подарочные сертификаты, а также пригласительные билеты в «Альфа Центавр». И от наших партнеров «Бомбомбай» и «Фэнтези Парк». Итак, дипломом за второе место награждается команда, набравшая 110 баллов. Команда бухгалтерского учета. Также пригласительные от наших партнеров «Бомбомбай». И чемпионами весеннего кубка 2013 года объявляется команда «Витя Красотор». Спасибо, участники, поздравляем всех, праздник удался, спасибо всем, кто к нам пришел, всем хорошего настроения и до новых встреч!